Так, будем выжидать, на красоту их мочить. Вот так буди. Единственное, привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Angry Panda, King on Fire, пацанчики, поздоровайтесь. Дидли-дадли-дудли. Здорово, пацаны. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду за аниматроников, а пацаны будут охранниками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Сегодня правила такие. Одна дверь должна быть открыта, но я могу мочить, когда включен злостный режим. Смотрите, у нас есть вот такой вот режим, более нейтральный, и есть злой режим. Вот такой вот, когда я кручусь, глаза у меня злые, и пацаны будут умирать. Погнали! Так, это отключаемся. Все, пока я себя буду добрым ходить. Хожу себе по карте, веселюсь. Эй! А, вот так. Если вы сейчас будете так делать, я разозлюсь. Злись, бись, разлись, вонючка. Ходим себе, гуляем. Никого не трогаем. Обход по пиццерии делаю, просто заскриптованно хожу, как будто я днем, встречая гостей. Но в любой момент может подрубиться злостный режим. Так, нейтральный режим. Кстати, очень прикольно делано. Головой шатает влево, вправо. Немножечко устало. Так, в этом режиме я бегаю намного быстрее. Поэтому, пацанов, шанс о том, что они смогут закрыть двери, очень мал. Зачем ты закрыл? Открой дверь, дурак. Опа, я злой. Открой дверь. Я злой. А, не ты успел. успел. Так, я буду сейчас обманывать. Я должен вас замочить в этом режиме. Бежим. Блин, да ваши гранаты меня откидывают. Че это за охранники такие с гранатами? Я такого не помню по сюжету. Это светошумовые. А, светошумовые. Эй, одну дверь открывайте, вы же задохнетесь. Так, я могу какие-то еще делать штуки? О! Нельзя открывать двери, я знал, что его... Так, когда я буду убивать, я буду менять аниматроника. О, давно мы Фокси не брали. Так. Погнал. Кстати, насколько я помню, этот аниматроник может по стеклу бить. Пошел вон отсюда. Понял, спасибо. Ах вы заразы, вы сегодня решили меня напугать? Это да. Я вас буду пугать. Ну мы тебя тоже будем пугать. Опа, злостный режим подрубленный. Серег, ой. Ну давай! Да блин, он так долго включает этот режим, вонючий. Я должен процарапать стекло. Я тут, короче, пишу это вам на стекле послание. А, ты будешь меня стрелять. Не успели закрыть двери, отлично. Да, открыл, вонючка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение, тем самым продлеваем жизнь. Так, я убил другой аниматроник. Так, Фердюшкин добрый. Музычка играет, все хорошо у него. Так, нейтральный режим. На тебе. Ой, я уже другие звуки издаю. Я сдаюсь, пацаны. А я пойду, уйди, пожалуйста. Хорошо. Вы думаете, так все просто? Не, я вас так... Ах ты, блин, не успел. Так, злостный... Ого, меня откинуло через край карты. Так, ну чё, злой режим. Вам слышно этот звук или только рядышком? Слышим. Да, слышу. О, я вот так могу стоять. Иди. Через, за стекло иди, держусь. Блядь. Там у меня батарейка слабая. Сейчас сядет батарея. Открывайте двери, пацаны. Я вам пирожков принес. Пирожок с пирожками. Нельзя. Хорошо, я на другую сторону бегу. Серега! Хро! Ах вы заразы. Хотите вот так, да, со мной сегодня? Нет. Давай. А мои руки торчат через двери? Да. От говна. Я слышу, как он бросает бомбы. Он стоит. Я знаю. Эй, ты чё палишь? Открывай двери.
Не открывай. Зачем закрыл дверь? Открой дверь. Так, все, обычный режим добрый, можете открывать двери. Тебе не я верю. Тебе не верю. Не, я ж пока переключаюсь, вы успеете закрыть. Не верю. Хорошо. Я сейчас вас все равно убью. У меня есть способ, как вас наказать. Побежал. Эх. Слышь, это я сейчас бомбу засуну тебе в одно место. Куда? Которым ты какаешь. Я тебе засуну в твой рот бомбу, чтобы ты заткнулся раз и навсегда. А по звуку можно определить, с какой стороны, да, я стою? Или звук по всей карте распространяется? Эй, вы чё двери? Не открывайте, открывайте двери. Готово? Панда, беги, 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 беги. Я же закрыл дверь. А нет, Angry Panda был на воле. Так, меняем аниматроника. О, давайте возьмем по угару. Пошел, пошел, пошел. Ах ты кексик, кексик, кексик. Я же не могу вроде мочить. Да, ты не можешь. Ай-яй-яй-яй-яй, можешь. А, могу, немножечко подъедаю тебе ноги. Давай, открывай. А, ладно, я на ту сторону. Давай на ту. Давай, мы его ждем. У меня 50 хп, вы что такими бомбами там бросаете? Я же умру сразу. Не умрешь. Умру, Серега, 50 хп. Так, сейчас возьму аниматроника. Эндоскелет рулит. Эндоскелетон. Включаемся. Эндоскелетрон. Включение выполнено успешно. Киборг-убийца. Идет. Как всегда, у нас очень классная рубрика. Веселимся. Где? Тут? Да, вот, тут все равно. Ради бога, главное, чтобы с этой стороны не было. Идиот! Скрывай! Ага, обманочка, обманочка. Обманочка, Серега знает, что я буду обманывать. Подожди, а какой еще режим есть? Ага, выключенный. Включился. Два режима только. Идет! Три режима. Во, злой. Ух ты, блин! А я не могу идти? Не-не-не, не можешь. Иди-иди на них. Да блин, вы двери закрываете, я не могу попасть. Конечно. Все, бегу, бегу, бегу. Давай. Я уже на бомбах стою. Ага. Врун. Врун. Да я тебя вижу, ты там стоишь. Ты что, невидимку подрубил? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Я на карта... Ого, 2000... Было из 10, короче, осталось 2389. Эх, не хватило все-таки взорвать тебя, да? Да, 7000 жизней вынес. С чем-то. О, я звуки могу классные издавать. А, не успели закрыть двери. Очень большая скорость у меня. Так, я этим замочил. Нет аниматроников, которые не могут вас убить. О, вот этот мне нравится. Фиолетовый челик идет. Так... Идем к пацанам. Да когда ты успеваешь срать свои бомбы? Ты, серло. Ай, посмейся, последний. Сейчас, сейчас, я выключу режим. А, ну давай, давай, давай. Нет, это так не работает. А, у меня нет режима, у меня один режим. Да. Давай, тебя открывай двери. Давай, открывай. Хорошо, иди на ту сторону. Блин, надо вас как-то обмануть. Открывай, закрывай, закрывай. Ну ты что ты делаешь? Ты нас наказываешь? Сейчас мы будем тебя наказывать, да, панда? Нет! Да, аниматроники убийцы. А охранники мстители. Вот так будет с каждым. Вот так будет с каждым. Ну, хорошо. Зачем ты открываешь? Ты паша. О! Все. Бонька. Мстить. Я добрый. Мстить. Добрый режим. Тебе добрый режим. Вот так вот будет с каждым. Эй, разморажи меня, у меня жопа замерзла уже. Ты меня убил.
Разморозь! Ого, ты дурак, что ли? Зачем ты? Я сейчас буду вам мстить очень сильно, вы не сможете мне ничего сделать. Он взял, поджег меня! Ну больно же! Дима, замороженная жопа, горящая. О, быстрей. Так, злой режим. Это никакой, вот злой режим у нас. Отлично. Так, что нам сейчас надо делать? Если вы будете меня замораживать и убивать, я буду вас через двери мочить. Открывай, открывай, заморозь меня. Открывай двери и заморажь, давай. Дай ему не открывать, я ему не доверяю. Открывай, где он? Он тут? Эй, я вижу, где ты там ходишь. Открывай! Сидит. Ну, пожалуйста, открой. Нет, не открою. Не открою, Дима. О, тоже анимация есть. Слышь, что твои копья через это бьет, через стекло? Эй! Копья есть! Ах ты, блин, иду на ту сторону. Ага, фиг тебе. А ты, блин, не хотят, не хотят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слышь, вы две двери закрыли, я буду мстить вам. Мы закрыли, открыли. Так как ты убиваешь? Что за копья? У тебя что, не титановые, что ли? Да. Эй, я тебя сейчас достану. Открывай двери, хоть одну. Открыли. А вон он стоит. Да ну блин, они все видят, я должен за этого аниматроника вас убить. Да ты задрал, копьеист. Я буду мстить вам сейчас. Мы мстим тебе, мы мстители. Закрывай. Его вижу, вон он стоит. Да у вас две двери открыто. Ой, закрыто. Открыто, у нас две двери открыто, как ты сказал. Да блин, зауперся в текстуру, ну что за говно? Текстурное. Ну, открыли дверь? Так открывайте калитки. Ого, лампочку колбасит, что за сюда музыка у нас? А я не пройду, да, получается? Ого, ну дамажит. Открывай эту дверь. Сейчас, сейчас пройдет красная граната вонючая. Вы задрали их бросать! Так, будем выжидать, на красоту их мочить. Вот так будет. Мне нравится. Так, меняем аниматроника, убегаем. В жизни у меня много, проскочим. Ого, гранат нафигач. Ой-ой-ой-ой, не могу пройти. Ждем, пока рассеется. Панда, не открывай двери, закрывай, если. А своей рожей палит. Уйдет. О, так я могу лазить. О, прикольно, надо рубрику записать. Кто быстрее лазит. Ну давай, я побежал. У, так, ребята, взял невидимого аниматроника, который их накажет сейчас. Я его вижу, привет. Каким-то образом меня видишь? А я тебя через тень вижу, ха. Нет у меня тени, я не отбрасываю да? уже. А нет, я вижу ее. Ну что, будете открывать двери? Нет, я тебя вижу. Откры... Стороны, с другой стороны. Да, она-то открыта, но я же не могу там пройти. А ты пройди. Ой, что-то у вас дверь пропала, пацаны. Читер. Ах ты, блин! Ой-ой-ой-ой, кишки из жопы. Ты своего сородича убиваешь, за что? Серега мочит. Ну все, все, я проиграл. Так, сейчас возьму аниматроника, которого невозможно убить. Это будет настолько. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, взрывай. Ой-ой-ой. Эта пиццерия закрыта на ремонт.